Надо сказать, что автосалон не воспринимаешь какими-то цифрами, какой-то арифметикой. Воспринимаешь ощущениями, эмоциями. Каждый стенд – это эмоции. Это эмоции, в первую очередь, эмоции восприятия. Так вот, по эмоциям восприятия очень забавный стенд был, стенд Фиата. Вообще итальянских машин. Я не говорю про красивых девчонок, которые там были, от которых можно забыть, наверное, родину и все остальное. Сама экспозиция была оформлена в таком городском стиле, но это был очень приятный, такой добрый, душевный городской стиль, рисунки вот эти на стенах. Вообще вот это была очень приятная экспозиция. Много маленьких тюнинговых ателье, которые у нас не знают. В частности, Fiat Abarth был выставлен, это Fiat 500, то есть заряженная версия, как вы знаете, наверное, да? Такой агрессивный, ну, наверное, можно назвать звереныш, в котором качество отделки и используемых материалов соответствует, наверное, лучшим образцам Ferrari и так далее. Но это маленький автомобиль, который, наверное, у нас будет вообще не понят, не оценен. Ну, по поводу Mansory, это вот тот самый производитель, который делает практически кузова из карбона. Очень здорово выглядит наш любимый всеми Porsche Cayenne, полностью из карбона, причем практически измененный дизайн. Дорогое удовольствие, но вот